Лучше всего отсюда буду смотреть. Уфтаде, телевизор лучше всего смотрится теперь из этого места. Если другого увижу, то разозлюсь, чтобы знала. Боже мой, садись куда хочешь. Клянусь, то удовольствие, которое у меня есть, у детей господ нет. Избавился от кресла кровати, уже прилипшему к полу. Лучше бы ты не выбрасывал его. Почему? Приданное положишь? В саду стоит, иди возьми. Пусть стоит, может понадобиться. Уфта, да избавься уже от мыслей, как у бедняка. Как мне избавиться? Мы и так бедняки, Исмаил. Если наша девочка не сглупит, то в этот раз пронесла. Знаешь этого златовласого господина Рюзгара? Он влюблен в нашу девочку. Пусть у тебя на уме будет. Обработай немного нашу девочку. Я не буду вмешиваться. А ты сам по себе не становись сватом. Все ты лучше всех знаешь. Видел стольких людей, конечно, знаю. Я тебе говорю, что если они скоро не придут к ней свататься, то я буду жалок. Ведь я пишу сюда. Подставка новая. Вот я сюда пишу. Они придут свататься. Дядя, откуда взялся телевизор? Не кричи, девочка. Расскажу. Закрой дверь. И возьми эти коробки. Пойдем за мной. Уфтаде, поздравь меня. Смотри, я спас телевизор от Мустафы. Мама, как ты спас? Смотри на меня. Этот медведь с тобой ничего не сделал, да? Ничего не сломано, нет вывихов, да? Ты хлюпика из мужа сделала. Что может Мустафа мне сделать? Встал перед ним и сказал. Смотри, Мустафа. Ты не можешь забрать телевизор, который моя племянница купила на честно заработанные деньги. Забрал и пришел. Дядя, в тот день Мустафа тебя чуть не убил. Ошибки не произошло? Какая ошибка, девочка? Я в тот день случайно упал. Если бы не упал, то показал бы ему. Ладно, давай. Ставь это. Хорошо, почему этот проклятый все еще тут? Хочет построить здесь свое дело. Или что-то такое. Как? Мустафа будет жить в Стамбуле? А если снова попытается со мной что-то сделать? Нет, дорогая. Его глаза тебя не видят. У него только деньги на уме. Ничего не сделает. Я есть. Что случилось? Доброго вечера. Что вы тут забыли? Ада сказала, господин Йылдырым попал в неприятную аварию. Я принес лимонный одеколон и сок. Вы побеспокоились? Спасибо. Кто этот мужчина? Наш бывший работник? Нет, господин Исмаил, дядя Ады. Раз я уже пришел, я зайду? Поговорю с ним? С какой стати вы не можете войти? Разве такое возможно? В двери увидел бы его лицо на две минутки. Вы не можете войти, господин. Говорят, больному полезно видеть знакомые лица. По этой причине. Господин, откуда вы знаете моего отца? Мы лично знакомы. И с дамой тоже. Они однажды приходили к нам домой на чай. У вашего отца отдельная любовь к Аде. Блин, даже лица его не показали. Брат, слушаю. Ради бога, у меня есть для тебя работа. У вас в реанимации лежит больной по имени Йылдырым Азбен. Жертва автомобильной аварии? Да, он самый. Он мой дальний родственник. Но из-за того, что мы в ссоре с его семьей, мне не показывают больного. Я прошу тебя, если будут изменения в состоянии больного, сообщи мне. Дай свой телефон. Что ты делаешь? Я записываю сюда мой номер. Звоню на него.
Как тебя зовут? Ведат. Хорошо, Ведат. Ради бога, если будут какие-то изменения, сообщи мне, пожалуйста. Возьми, это плата за твой труд. Что ты делаешь? У меня еще много таких есть. После каждого звонка будешь получать еще по одной. Давай, займись им, спасибо. Клянусь, у меня внутри все разрывается, Исмаил. Как же страдали эти люди. Как жаль. Эта женщина столько всего перенесла, не так ли? Ох, Уфтады, сколько же ты ревела. И меня не пожалела. Хватит уже, это просто фильм. Да ладно, реви. Реви, сколько влезет. Тем более, теперь ты всегда будешь улыбаться. Как это? По какой причине я буду улыбаться? Скоро я стану правой рукой господина Йылдырыма. Сегодня был у него в больнице. Боже мой, с чего это вдруг? Ты подумай. Этот человек сказал нашей девчонке: девочка, у тебя есть много денег. Почему он так сказал? Может быть, теперь мы станем богачами. Исмаил, оставь, ради бога. Зря мечтаешь. Девочка, мне даже не дали с ним встретиться в больнице. Наверное, он не сказал своего настоящего имени. Не знаю. А его жена разозлилась. Сын уставился на меня. Нормальное дело. Они подумали, что ему здесь делать. Они испугались. Может, он понял, что умирает, и решил оставить свои деньги Аде. Кто знает. Исмаил, сегодня ночью я тебя хорошенько укрою. Когда ты спишь, то, похоже, некоторые твои части раскрыты, вот и надуло. Уфтады, Стамбул не пошел тебе на пользу. Начала тут умничать. Конечно, твоя голова такого осознать не может, но я разгадаю. Вот увидишь. Здесь что-то есть. Хорошо, 10 баллов. Если закопаю здесь, под этим деревом, никто не увидит. Исмаил? А? Ты что там делаешь в углу? Ты даже не осмотрел дом внутри. Зачем мне смотреть, Уфтады? То, что внутри, женское. Я осматривал сад, вполне прилично. И внутри хорошо. Ничего страшного нет. Есть мебель. Хозяйка дома оставляет это нам. Отлично. Тогда не будем тянуть. Мы арендуем этот дом и переедем побыстрее. А вы завтра сделаете договор. Конечно. Тогда поздравляю. Я проверю там газ, чтобы не остался открытым. Хорошо. Исмаил, было бы хорошо, если бы Ада посмотрела. А ты уже сказал, что арендуем. Разве она не сказала, если вам понравится, берите его? Нам понравилось. Тогда берем. Зачем тянуть? Как будто ей предложат особняк на берегу залива. Точно. Ладно, мне нужно еще кое-куда зайти. Ступай сама домой. Увидимся дома. Я скоро вернусь. Подождешь здесь? Дядя Исмаил, что такое? Ты ищешь Аду? Нет. У меня есть одно дело с госпожой Нихаль, вот и пришел увидеться с ней. Причина? Какая же ты любопытная, дочка. Это личное дело. Где тут кабинет госпожи Нихаль? В административном корпусе на втором этаже. Давай, пока. Ухтады, мне не понравился этот сериал, я переключаю. Переключай. Почему он не переключает? Вы уронили пульт? Да, играли с Адой. Что нам ронять, Исмаил? Мы что, дети? Значит, батарейка села. Я спрошу у Ады, есть ли дома батарейка? Постой, Исмаил. Чего ты кричишь, девочка? Девочка спит. Завтра рано пойдет на работу. Жалко, не буди. А нас не жалко, Уфтады? Весь день смотреть один канал. Проснется, ответит, и дальше будет спать. Чего в этом такого? Господи, сейчас случится ураган. Ада.
А да, проснись, мне надо кое-что спросить. Что это за сон? Что это? Уфтаде! Уфтаде! Вы меня с ума сведете. Ада положила на кровать подушки, постелила одеялом и ушла. Я ничего не знаю, Исмаил. Смотри, не лги мне. Ты прям побелела вся, когда поняла, что я пойду в комнату к Аде. Я спрашиваю тебя в последний раз, ответь мне один раз. Где Ада? Ушла с дальнобойщиком. Фу на тебя. А ты их защищаешь, да, Уфтаде? Браво тебе. Придет, я с вас обеих спрошу. Давай. Дядя, ты не уснул? Не уснул. А точнее, ты не дала спать. Что ты делаешь ночью на улице? До утра таскаешься по улице? Дядя, время только 10. А, раз 10, то я спокоен. Ты обнаглела, девочка? Оставляешь деньги на шмотки, а потом до утра таскаешься по улицам? Ты вынуждаешь, дядя. Если бы я попросил у тебя разрешение, ты бы отпустил? Не отпустил бы. Я что, по-твоему, идиот? Я не хочу лгать тебе, дядя. Но не переживай, больше не буду сбегать из дома. Молодец, не будешь сбегать. Потому что буду выходить прямо с дверей, а не с окна. Ты идешь против дяди? Не иду, дядя. Я работаю, зарабатываю свои деньги. Я всю жизнь работала, гулять я имею право. Я хоть раз переступала через твое слово? Дядя, тут не все испорчено. Я не Мерьем, пойми уже это наконец, пожалуйста. Почему мне это не пришло в голову раньше? Исмаил? Чего ты так подкрадываешься? Я испугался. Исмаил, что ты делал в руках с ножницами? Хотел зарезать девочку. Господи, ты что думаешь? Я психопат какой-то. Что резать-то? Хотел взять материал ее волос. Какой материал? Для теста ДНК. Хотел сделать тест, является ли она дочерью Йылдырыма. Исмаил, не неси чушь. Господин Йылдырым не может быть отцом Ады. Отца Ады звали Эрдем. Эрдем? Откуда знаешь? Нурджан говорила. После того, как она сбежала в Измир, мы пару раз созванивались. Ой, шакал. Когда ты такой стала? Ты скрываешь такие важные вопросы от мужа? Какие еще важные? Какое это имеет значение? Разве может не иметь? Я сколько дней мечтаю о том, что мы богаты. Ушли миллионы. Смотри на меня. Это не может быть его вторым именем? Эрдем, Йылдырым и прочее.
Исмаил, не неси чушь. Ложись и спи, ради бога. Нет, подруга. Я не оставлю это дело просто так. Пусть этот господин Йылдырым проснется, а я поймаю его и узнаю все. Увидишь. Хорошо, Исмаил, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Посмотри на меня, Мустафа. Открой глаза и уши и слушай меня внимательно. Слушаю, Исмаил. Может, присядем? Присаживайся. Так будет лучше. Мустафа, недавно ты перекрыл дорогу Аде. Это разве дело? Исмаил, ты знаешь, я влюблен в твою племянницу. Пошел и как мужчина признался в чувствах. Что тут такого? Она не любит тебя. Как? Замолчи. Что происходит? Ты продавал мне девочку, Исмаил. Сейчас пришел и говоришь, что не любит? Успокойся. Чего ты кричишь? Ей это не понравилось. Не понравилось, конечно же. Хорошо, скажи, что я больше не появлюсь перед ней. Вот так, молодец. Сыграем в нарды партийку? Нет, у меня срочное дело. Завтра переезжаем на другую улицу. Нужно найти дешевых рабочих. Исмаил, ради бога, у нас с тобой столько общих дел. Все это будет на мне. Правда? Правда. Давай тогда. Чай? Выпьем. Эй, глядите, угол телевизора открыт, не разбейте его, мы еще кредит за него платим. Хорошо, брат. На этом ваши вещи заканчиваются? На этом все. А что такое? У тебя дома горы мебели? Господи боже. Хорошо, но зачем ты злишься, брат? Хорошо, давай, не заставляй ждать. Мы весь день будем перетаскивать вещи. Давай. Сосед? Добро пожаловать. Мустафа? Он самый. Что такое? Исмаил? Что этот негодяй здесь делает? Невестка. Ну это невежливо. Я у тебя спрашиваю. Перестань меня тыкать, уфтады. У меня нервы испортились. Не постыжусь спросить, что ты здесь делаешь, Мустафа? Если стыдно, не спрашивай, Исмаил. Глянь-ка на него. Сам пошутил, сам посмеялся. А потом говорит, почему эту девушку тошнит от меня? Вот именно поэтому и тошнит. Смотри на меня. Ты где-то поблизости живешь. Вот этот дом рядом. Прекрасный дом с большим садом. Я арендовал этот дом. Посмотрел, он пуст. Клянусь, я молился Господу, сказал, Боже, принеси мне хороших соседей. То есть с этого возраста нельзя с какими-то разбойниками жить? Слава Господу. Вы встретились на моем пути. Да, везет, как утопленнику. В таком случае я как-нибудь к вам приду выпить кофе по случаю вашего приезда. Он говорит, что придет в гости, Исмаил. Клянусь, я его не впущу в дверь. Да человек, когда приходит, не стучится, заходя к тебе, уфтады. И то верно. Куда это вставляется? И глаза не видит. Значит, и Мустафа тут живет. Видишь, Исмаил, что с нами произошло? Будто во всем Стамбуле не осталось места, и он пришел и устроился возле нас. Нет, я боюсь, что он навредит девочке. Хорошо, уфтады. Одно и то же говоришь постоянно. Ничего не сделает Мустафа. Пусть только придет. Клянусь, я надену этот провод на его голову. Добро пожаловать, дочка. Хорошо, что ты пришла. Надень эти провода. Мои глаза не видят, а да. Я не разбираюсь, дядя, ты уладишь. Что случилось, девочка? Или снова Мустафа перекрыл твой путь, дочка? Нет, невестка, я его не видела. А да, знаешь, оказывается, он тоже тут живет. Но ты не бойся. Благо твой дядя, я тут. Пусть только попробует просунуть свой нос в эти двери. Я оторву его нос и выкину. У меня болит голова, я прилягу. Хорошо, ложись, дочка. Ложись. Смотри-ка, с ней что-то не так, уфтады.
Как бы ее не выгнали с работы. Нет, дорогой. Было бы так, она сказала бы, наверное. Пойду и гляну. Дай бог, не выгнали. Еще за кредит не отдали. Люди, что вы делаете? Разве можно копать двор без разрешения? Я меняю трубы для воды. Там, где ты копал, ты ничего не находил? Нет, не мы копали, а машина. Всю землю кинули в газель. Исмаил, что случилось? Чего кричишь? Помолчи, Уфтаде. Где эта машина? Только что уехала. Ну вот, мимо меня проехала. Куда поехала? Култепе, Култепе. Исмаил! Исмаил, куда ты поехал? Исмаил, ты с ума сошел? Молодой человек. Стой, молодой человек. Стой, 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 ради бога. Стой. До Култепе едете? Едем. Супер. Только что отсюда проехала газелька. Нужно ее срочно догнать. Что ты говоришь? Дело жизни и смерти. Дожми на газ. Нужно догнать ее. Садись на такси. Если бы у меня были бы деньги, я бы сел. Что мне делать? В маршрутках? Ради бога, жми на газ. Ну что за глупый человек? Пару раз нажми на газ, прошу. Что за страшный сон я переживаю? Где я найду здесь свои деньги? Да, мужчина, я вас слушаю. Что случилось, молодой человек? Недавно сюда перекинули землю с газели. Куда они могли ее перекинуть? Сюда каждую минуту приезжает КамАЗ. Откуда мне знать, какая именно? А что? Они вскопали мой двор без разрешения. А там было кое-что важное. Что значит важно? Во дворе был клад, что ли? Нет, я не буду сейчас вам мешать. Если разрешите, то я пройдусь немного и посмотрю. Ради бога, тут везде горы земли. Где вы будете смотреть? Ну так, просто пройдусь, посмотрю. Тебе-то что с этого? У нас куча дел, на тебя нет времени. Давай, иди отсюда, иначе я позвоню в полицию. Давай. Я бы просто посмотрел, идите отсюда. Давай, давай, иди отсюда. Мне было жаль тратить деньги, а теперь они провалились сквозь землю. 100, 200, 300. И все? Парень, ради этих денег даже палец облизывать не стоит. Что такое, Мустафа? Вот так я буду оплачивать тебе. Я, конечно, не желаю увидеть твоего лица. Ну что поделать, судьба такая. Правда, Исмаил. А я не в восторге от тебя. Но что поделать, условия такие. Я пошел. Да я тебя, подонок. Спасибо тебе, Господи. Брат, деньги за чайник у тебя будем брать? Ушел, а чай на мне оставь. Возьми, возьми. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.